находимся в музее порцелана. Это в Бамберге. Экспонатов очень много, друзья, поэтому буду снимать вам. Здесь не написано, что это за производство, но понятно, здесь все ценные экземпляры. И хочется, конечно, вам снять очень много, всего побольше. Das ist Mais, Hubert? Ja, ja, ja. Das ist Meissenskis Porzellan. Na, also da ist die Frage, da ist noch Fragezeichen, das ist noch nicht so richtig geklärt. Ja? Боже, какая красота. Посмотрите, в каком футляре он, в огромном картоне. Ой, в картоне, господи, в огромном таком сундуке. Это, конечно, вещи нереальные. И здесь и картины. Мы в первый раз здесь, и, честно говоря, только вот увидели, что это существует. Не могу сказать, что прям за много экспонатов. Посмотрите, какая шкатулка. А знаешь, что это есть? Шнуф тоже. Табакерки, да. Это шнуф табак. Ой, ребята, это что-то невероятное. Она огромная, я думаю, что литров 10 это точно. Такая роскошная супница. 1849 год. Просто шикарно. Хуберт ходит, вздыхает. Посмотрите, посмотрите, какая роскошь. Понятно, что такие вещи вы уже не найдете ни на каких фламарках. Только в таких вот музеях. Да, мы, конечно, только вздыхаем, охаем. Посмотрите, какой футляр. Он сохранился, этот чемодан. Все внутри бархата. Какая красота. Казалось бы, да, вот технологии, мир уже 100 с лишним лет прошло, около 200. Казалось бы, должны быть наоборот вещи делаться такие, что прям вот еще лучше. А ведь нет. Мне кажется, все самое красивое осталось вот именно в прошлом. Всем покажу. 1696-1775 год. Такой прекрасный вид из окна. Как можно не ахать, посмотреть. Это что-то невероятное. Солнце светит. Невероятная красота.
это шок. Хуберта шок. Вот это очень похоже на Хэри. Это Майсон, 1730-35 год. Ну прям вот эти вот ручки, это точно прям вот херонский фарфор, вот эти вот горлышки из головок, я не знаю, какое животное или что это. Посмотрите, как это могло уцелеть, я не понимаю. Либо это реставрировано. Я приветствую вас всех. Жалко, конечно, что отсвечивает. Мы проводили наших девочек. Они поехали к себе домой. Ну, вот это, конечно, что-то невероятное. Я даже боюсь заходить в другую комнату, потому что там Хуберт must be the diese photo. Окей? Фото. Ой. Ой, ребята. Ой, ой, ой. Не зря Хуберт охал и ахал. Интересно, какой это год? 1732. Наверное, пойдем по очереди. 1738 год. Это Майсон. Захватывает дух. Посмотрите, какая фигурка. Здесь и столик накрытый, чайный сервиз на нем, и собачка. Боже, не знаю, она бесценна, наверное. Какая шикарная панорама. А вот здесь, обратите внимание, чем я первый раз вижу, что подножка не фарфоровая, а покрыта бархатом. А это вот такой вот обезьяний оркестр. Возможно, он какой-то знаменитый, но я вижу первый раз. Это обезьянки, переодеты в одежду в ту эпоху. И вот они все музицируют. 1753 год. Невероятная красота, друзья. Так, где у нас выход? Боже, я в восторге. Хуберт? Хуберт? Как прописано кружева. Невероятная красота. Внимание.
Это КПМ, Берлинская мануфактура. Боже мой, посмотрите, какая сервировка. Какая красота. Эти вещи уже бесценны, понятно. Я считаю, что это даже преступление. Если у кого-то есть, пользоваться этой красотой. Боже мой. Пытаюсь вам. Солнышко светит и не очень хорошо видно на камеру. И это что-то невероятное, друзья. Вы слышите, как Хуберт охает и ахает. Нет, вот здесь вот совершенно не видно ничего. Ой, как жалко. Ну ладно. Это у нас Фюрстенберг, 1760 год. Это нереальная красота, ребята. Это невозможная красота. Целая серия фигурок в таком китайском. Франкенхаль, это 1770 год, 70-й год. Представляете, сколько этому всего лет? Очень жаль, но вот эти, наверное, фигурки я не смогу показать, потому что солнышко, если только вот так издалека. Темно очень. Это Австрия, да.